Итак, всем здравствуйте. У нас вечер, отбой тревоги. И для интереса постараюсь вам снять, как выглядит убежище в обычном жилом доме после ремонта. Для начала я вообще посмотрю, открыто оно или нет, потому что убежище есть здесь, в доме, но здесь закрытая территория. То есть нам не войти. Здесь убежище в доме закрыто, в нашем вроде бы открыто. Вот сейчас и посмотрим, что и как. Вроде бы там установили свет, сделали двери и лавочки. Итак, вот я захожу, написано «Укрытие», ступенечки. Честно, открыто. Так, вроде бы телефон сфокусировался. Вот смотрите, кирпичи никто не убирал. То есть, если прилет, вот эти кирпичи сразу полетят, хрен знает куда. Лавочка. Ну, лавочка новая. Но ее вроде бы опробовали. Сказали, что если несколько человек сядет, что она без упора, она упадет. То есть, сделана на тяп-ляп. Ну, вот как поставлена вывеска, так, наверное, сделано и укрытие. Вот указатель, что прятаться по факту надо здесь, потому что размещение здесь не спасет. По логике вода. Вода тоже должна быть там, но там темно и лавочек нет. Лавочка здесь. Лампы здесь нет. Ее надо вкрутить. Здесь лампа вкручена. Но как ее включить, я не знаю. Но реально лавочек здесь нет. Но это укрытие всегда открыто. Кто-то справлял свою нужду. Но, как сказали нам коммунальники в начале войны, это живая могила. Все, выхожу. Вот укрытие.